спускаемся под Усвенский собор, место, где живет наместник. Наместник нас сразу отправил сушиться. Такие вот буржуечки у нас есть. Я абсолютно весь мокрый с ног до головы, как и все наши представители команды. Пытаемся греться, узнаем, что тут, какие новости. С Великой Субботы никто не знает, что там происходит, поэтому будет сейчас интересно поведать. Люди вот так вот в подземельях, и дым, и полевая кухня, все вместе. Военная буржуйка. Военная. А военная? Товарищи, говорят. Конечно, атмосфера такая, как будто бы, я не знаю, вот с чем сравнить, я даже не знаю. Благодать, спокойствие, люди добрые, встречают. Проснулись мы в Святогорской лавре, сейчас ждем людей, которых назначат для разгрузки нашей гуманитарной помощи. Надеемся увидеться с владыкой, надеемся услышать историю о том, что здесь как было, и надеемся все сделать качественно, быстро и еще успеть уехать домой. Вот был прилет, в это помещение пробило крышу, это второй этаж, первый этаж у нас считался самым безопасным. Здание 1850 года, архиерейские настоятельские покои здесь останавливались, старину еще архиепископ Филарет Гумилевский, святитель Иннокентий Борисов Херсонский. Наш. Да, да, здесь они останавливались. На Братском дворе. 1 июня пострадало у нас 3 человека братья. Это сюда был прилет. Первый снаряд вот попал в туалет. У нас умывалка. Это братский корпус номер 3. Вот сюда попал снаряд. Потом снаряд попал вот 4 корпус номер 4. Там мы поселили матушек из Богородичного. Потому что в Богородичном были сильные обстрелы, и невозможно уже там находиться монахиням. Вот поэтому их оттуда эвакуировали, поселили вот братский корпус номер 4. Это все памятники архитектуры. Вот 1 июня был прилет в 3 корпус, потом был прилет в 4 корпус. Вот видите, метровой толщины стена кирпичная была пробита. Матушка Варвара там монахиня находилась. Значит, ее взрывной волной откинуло к стене комнаты, выбило стену этой комнаты. Рядом проходила инокиня Иоанна. Кирпичами этой стены тоже отбросило. Вот. И братья, которые были тут на третьем этаже, с третьего этажа архимандрит Сафроний побежал на второй этаж оказать помощь матушкам и инокогофон. И когда отец Сафроний выскочил из своей кельи, с третьего этажа побежал на второй, вот, то был прилет через крышу на третий этаж именно в его келью. То есть он ушел, через 15 секунд взрыв в его келье, потом взрыв в следующей келье возле отца Сафрония. Отец Сафроний с инокомагофоном начали разбирать завалы в комнате, куда прилетел снаряд, и, значит, достали из-под обломков
из-под обломка кирпичей монахиню Варвару. Она уже скончалась. Инокиня Иоанна, она как бы была без сознания, вот, но потом как бы пришла в себя, ей оказали первую помощь медицинскую. Вот. А в это время, значит, когда в братском корпусе был прилет в комнату, в туалетную, вот, то был поврежден труба с подачи воды. Вот, и начала бежать вода. Отец Галактион перекрыл воду, вот, чтобы это, ну, фонтан этот, чтобы не шел. И братья стали отец Галактион, отец Аристокль и отец Алипий. И возле корпуса стоял старый схемонах Киприан. Отец Петеримир, диакон, вышел из корпуса, взял отца Киприана, он стоял, плакал, отец Киприан. Взял этого старца и под руки повел в подвальное помещение под Успенский собор. Только отец Петерим отвел отца Киприана, вот, был прилет еще одного снаряда возле корпуса. Вот видите, все посечено. И братья, которые стояли здесь, погиб сразу отец Аристоклий, они все лежали уже на земле после взрыва. К отцу Галактиону подбежал владыка Арсений, который тоже был в этом корпусе во время обстрела. Вот мы стояли в коридоре с владыкой. Владыка подбежал к отцу Галактиону, говорит: «Отец Галактион, вы меня слышите?» Ну, отец Галактион говорит, глаза были живые, но не смог ничего сказать, только пена со рта пошла. Тогда отца Галактиона на машину погрузили и повезли в Славянск. Также был у нас ранен иеромонах Иосаф. Он был на первом этаже, находился осколками, когда попало в этот корпус напротив стоящий, осколками, значит, постекло корпус третий, и он стоял возле окна, ему осколок попал в живот. Для того, чтобы нам перезимовать, в первую очередь, конечно, нам нужно топить котельную. Топить котельную для того, чтобы корпуса, которые остались целыми, чтобы они за зиму не пришли в негодность. Вот, поэтому нужно будет топить кочегарку. Чтобы топить кочегарку, нужен или уголь, или дрова. Но еще вот нужно это... батареи подключить, вот эти все. Батареи мы уже все подключили, сантехники, лабры. Значит, подключили именно те этажи, именно те корпуса, которые, ну, есть необходимость отапливать. Мы отсекли третьи этажи, оставили только самое необходимое. Поэтому правильно ли я понимаю, что, в общем, нужны дрова? В первую очередь уголь и дрова. Вот. Далее необходимо нам дизельное топливо, солярка, вот, для того, чтобы поддерживать вообще жизнь в монастыре. Вот, потому что у нас есть генераторы, которые дают электричество. Вот с помощью электричества мы, да, вода у нас идет из колодцев, работают насосы, вот, и так далее. То есть в первую очередь что необходимо? Вода, вот, ну, электричество для того, чтобы эту воду получить, и для того, чтобы работали насосы на котельных. Да-да. Это дизельное. Я топливо. Понял, значит, топливо, вот, во всех смыслах. Остальное что? Это в первую очередь материал, необходимый для покрытия кровли. То это есть, рубероид или есть, это пара гидробарьер, ну, клеенка? Пока что это рубероид. Рубероид. Пока что нужна пленка, чтобы там, скажем, окна. Окна, да, я понял. Потому что сейчас стекла вставлять, ну, пока не видим смысла. Сегодняшний день я рад визиту от Одесской епархии. Когда приехали священнослужители, когда приехали представители и клирики Одесской епархии. И в сегодняшний день, привезя гуманитарную помощь, они привезли не просто гуманитарную помощь, они привезли поддержку морально-духовную. И важность даже не в тех продуктах, которые привезли, которые необходимы остро нам в нашей ситуации, гуманитарной, сложной. Важно, что за этими продуктами стоит единство нашей церкви, стоит христианская любовь. И я всегда с большим уважением относился к митрополиту Агафангелу. И по сегодняшний день я не дерзаю никогда
являюсь митрополитом, владыку Агафангела назвать собратом, потому что это духовный лидер архиерейства, это архиерей с большой буквы, это отец для младших архиереев, примером своего поведения, примером своего отношения к пастве, примером управления своей епархией. Я, владыка Агафангел, низкий поклон передаю не только от себя, но от братьев, от сестер, нашей обители, наших скитов. И желаю вам доброго здоровья, крепости духовной, добрых помощников в епархии, которых я сегодня имею возможность лично благодарить за их подвиг. А вам пожелать, владыка, как всегда, святые отцы желали, чтобы любое доброе дело, которое и доброе слово, и добрая мысль, которую вы говорите, чтобы она возвращалась к вам в старицию. Уважаемые братья и сестры, подписчики Одесской епархии, мы, слава Богу, сделали, что нам благословил владыка. Это было непросто. Мы много чего увидели, много чего услышали. Делимся с вами этим и надеемся, что мы обязательно сюда приедем. Много сложностей, много искушений, много беды принесло. Но, как сказал владыка Арсений, хорошее переносили и злое тоже перенесем. Отцы, по пару слов, если можно, если я... Одним словом хочу сказати, Пресвятая Богородице, спаси нас. Тут чувствується покров Божої Матері, який зберігає, захищає. А з другої сторони, коли дивишся на це все розрушення, то, звісно, серце кров'ю обливається. Все, отці. Господь страданнями в нас вижимає саме лучше. І дай Бог, щоб в кожному з нас було покаяння. Для меня это особенное место, родное. Приехал на свою родину и очень хочется верить, что в следующий раз, когда я здесь буду, в нашей Украине будет мир, любовь, процветание, благоденствие, всем мира и добра. Сложность в том, что люди хотят с нами ехать, сопровождающий наш, где-то я его не вижу, и надо уехать. И он, смотрите, сколько людей с нами сейчас будут цепляться за наши колеса, чтобы уехать, потому что сложности куча, поэтому детская епархия, делимся видео обязательно. Кто не поделится видео, приду лично в гости.